Иди сюда. Ну, ты чё? Чё ты там испугался? Чип, иди сюда. Ну-ка, смотри, что я тебе принёс. Чип. Чип-чирик. Чип-чирик. Чипуль. Смотри, а чё здесь у меня? Ну чё ты, чип? Гулять хочешь, да? Гулять хочешь? На улицу. Юленька, приветствую. Киеву привет большой. Всем приветушки, ребятушки. А, видите, как носится. Он все конопляные зернышки съел. Вот ему новая партия. Последняя. И все, фермеры сказали, пока нету зерен. Последнее лакомство его. Чипуль. Сейчас не слышит. Сейчас его будем поить маслицем. Вот. Чип. Чип-чирик. Чип-чирик. Иди сюда. Смотри, сколько я тебе орешков положил, смотри. Ага. Чего ты такой довольный? Смотри, вон. Вон, смотри, смотри, все здесь. Ну? Что такое? Не хочешь? А зернышки, смотри. Ой, аккуратненько. Зернышки твои любимые, да? Ну-ка. Видите, по одному зернышку хватает, раскалывает и ядро кушает. Сейчас, ребятушки, отвечу. Так, кушай, кушай. Привет, привет. Да, хочет гулять. Мы сегодня еще не гуляли с ним. Вот, вчера хорошо погуляли. Спасибо большое. Казахстан, привет, с Новым годом вас. Да, и вас с Новым годом. Да, здрасте, здрасте всем. Смотрите, у него причесочка модная. У нас плюс 12 на улице. Тепло. Чип, так все сейчас не рассыпешь, не? Зернышки-то. Смотрите, как он. Да, очень потешный. Сейчас посмотрите, как он играть будет с этими игрушками. Как настоящий дзюдоист. Кунг-фу. Вот мячик его не могу найти. Вот он где-то его запрятал. Ну, полгодика ему. Манюхонький еще. У него сейчас гормональный фон в расцвете изменений. Вот гонка, так сказать. Давай, давай, кушай, кушай. Видите, как он на пальчики, на большие пальцы, вот на руке. Вот на этот пальчик берет зернышко. Смотрите, как раз в ротик пальчиками подпирает. И кушает. Конопляные зернышки. Они очень полезные.
Это семя конопли. Они очень полезные, чтобы он был у меня очень здоровенький. И вас, Алена, с Новым годом. Крепкого всем здоровья, ребятушки. Всех с праздничком. Сейчас теперь ему надо... Сейчас я ему дам еще кунжутное масло. Оно очень полезно. Там очень много кальция, чтобы шерстка у него была. Илона, спасибо большое. Смотрите, сейчас ему маслица. Это маслица холодного отжима от ялтинских фермеров. Смотрите, как он сейчас будет уплетать. Оно очень полезное. Давай, мой сладкий, давай, давай, давай. Кальций крепкий будет, зубки, шерстка будет дорогая, да, хорошая? Ай, ты мой хороший. Давай, давай. Вкусно? Так, молодец.